Здравствуйте, друзья и зрители моего канала. Меня зовут Руслан. В предыдущем видео я имел неосторожность плохо высказаться о профессии трак-драйвер, за что я получил ответ, удар от группы трак-драйверов. И хочу перед вами извиниться за свой длинный язык, за косноязычность, за то, что я сказал что-то, не подумав. Очень перед вами виноват. Прошу вас прощения. И считаю, что в целом ваша профессия очень важна, вне зависимости, как вы это делаете и каких трудов вам это стоит, чтобы это сделать. Я не прав, я извиняюсь, я виноват. В общем, прошу у вас прощения. Прости, брат, прости. Thank you.